Что я вам сегодня расскажу, точнее покажу. Ну, а показать вы поняли, что я вам покажу, да? Это Toyota Land Cruiser Prado. И еще и белый цвет. Вот. А еще и пробег. Ну, про пробег тоже позже, и про цену тоже позже. Белый цвет. Вот это то, что вам нужно. Белый цвет, и вы можете ездить куда угодно. Потому что вот у меня были машины черного цвета. Как только я куда-то заезжаю, и где-то что-то об меня царапается, что делать? Либо ехать на покрытие кузова мистер Кэпом и влетать на 24 тысячи, да? Либо белый цвет, представляете, белый цвет, и все, вы ездите где хотите, машина на раме. Что же касается внутри двигателя, а внутри двигателя вообще супер. Вот, это называется D4D, то есть дизель, 4 горшка, 3 литра, мощность 190 лошадиных сил, то есть вы абсолютно ни на что не попадаете, ездите в полном удовольствии, потому что это дизель, а дизель вообще ничего не кушает. То есть вот такая здоровая машина, большая, она кушает всего ничего, 9 литров. Вот, понятно, да? К сожалению, задний мост работает вместе с передним мостом, поэтому сори. Это, конечно, не то, что... Что же у меня было-то? А, у меня было Сангьянг Актион, там можно было включить. Вот, все остальное здесь, ну это просто супер. Магнитола, причем магнитола с возможностью переключения камеры заднего вида. То есть вы включаете, и вам покажут, куда ехать. Вот, в остальном круиз-контроль, климат-контроль, это естественно. Можете посмотреть, а теперь я вам расскажу про пробег. Пробег этого автомобиля 8000 километров. Конечно, это не последняя фейслифтинговая модель с вот этими глазками. Я, честно говоря, посмотрел все модели Land Cruiser'ов Prado. Честно, вот не въезжая, но они все абсолютно одинаковые. Что старенький, что вот этот предпоследний. Ну, фары поменяли, мордочку, и все. Ну да, вот здесь еще что-то другое, конечно же. Вот, кстати, прикол. Кнопочку нажимаете, она включает двигатель и выключает его. Вот, цена машины белого цвета с таким движком нормальным. Я вам сейчас покажу телефон, по которому вы можете позвониться. Так вот, цена машины 1 800 000. Цена вот новой, вот с этими делами, это получается на 400 тысяч дороже, 2 200. То есть, вот машина, у которой, по сути, пробега-то нет, 8 тысяч, что это такое? Вообще ни о чем. Берете такой автомобиль, либо в лизинг, либо... Ну, там в кредит, без разницы. Вот, кстати, разница, да, 200 тысяч рублей, 400 тысяч рублей. Это вот на каска, она сильно-сильно влияет. Вот, в остальном, в этом автомобиле есть еще и очень хорошая штука. То есть, машину никак не угнать, потому что у нее блокировка стоит. Вот, то есть, ну, если только эвакуатором, но для этого надо и мозги включить, и все остальное, то есть, ну, вот. Конечно, машина очень понравилась, конечно, хотелось бы, но не получается, потому что... А почему бы и нет? Но не получается. Все те деньги, которые есть, я их вкладываю в голову, понимаете, да? А вы можете себе такую супер-мега-автомобильку позволить. Я не говорю, что это может сделать каждый, но вот тот, у кого хороший дом, у кого квартиры для каждого из ребенков, вот, которые нормально себя чувствуют в этой жизни... Почему бы и не купить самый замечательный автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Кстати, есть такая штука Land Cruiser 200, да? Я специально посмотрел по Википедии, и, честно говоря, вот эти машины в основном распространены только в России. Потому что в Америке, там, сори, там Mercedes-Benz AMG 6.3, этого очень много. А вот эти машины не в таком большом количестве. Так что ездите на том, что создано для магнитогорцев, в смысле для россиян.